Этого события в селе Шара Лакского района ждали долго. Здесь накануне открыли новый стадион. Сотни человек собрались в селе для того, чтобы отметить это важное для сельчан мероприятие. Примечательно, что объект построили местные жители за счет собственных средств. Подробности в материале Умы Ибрагимовой. Шары уже надуты, флаги на месте. Открытие стадиона здесь теперь называют самым важным днем. Говорят, что такого количества людей здесь не бывает даже на самой веселой свадьбе. И почему ясно, ведь открытие стадиона здесь ждали 4 года. И вот объект наконец сдали. Вот слева направо и справа налево я смотрю, большинство людей, которые живут вдали от родины. Но они по-любому вернулись в это село, потому что знали, что в родном ауле торжество, открытие вот такого прекрасного спортивного комплекса «Шара-арена». Строили стадион, можно сказать, по крупицам. Каждый житель вносил кто сколько мог. Именно поэтому его и назвали «народным». Я видел, на этом поле появились маленькие дети, уже одетые в футбольную форму. Я думаю, здесь появятся новые Марадоны, новые Пеле, новые Месси и Рональдо. Здесь, на этом месте, и днем, и ночью работали и женщины, и мужчины. Я думаю, кто в социальных сетях активен, тот видит, что здесь происходило. Последнюю неделю мы до 11 ночи, каждую ночь здесь работали. Каждую ночь. А Курбан Халидов здесь гость особенный. Предприниматель выступил инвестором проекта. И теперь уже благодаря своим заслугам носит звание почетный гражданин Лакского района. Моя душа радуется, когда я вот вижу свой джамат в таком здравии, в таком состоянии. Я хочу выразить огромную благодарность своему джамату. Я очень горд вами. Я горд, что я шаринец. Пока на этих трибунах гости наслаждаются концертной программой, но уже совсем скоро именно здесь будут проходить крупные турниры и чемпионаты районного, а может быть и республиканского масштаба. Ума Ибрагимова, Тимур Ибрагимов, телеканал ННТ, Лакский район.